Ще у вівторок місія МВФ прибула в Україну. І цим, на жаль, закінчуються несуперечливі повідомлення щодо цієї теми. Усім іншим новинам довіряти поки складно. Одні казали, що місія відмовилася продовжувати роботу та поїхала. Потім це спростували. Хтось стверджував, що шанси на новий транш все ж є, а опоненти одразу відповідали, мовляв, в умовах зміни влади це просто неможливо. Були повідомлення, що кредитори взагалі злякалися нових призначень та інших подій в Україні. Що з цього правда? Спробуємо розібратися за кілька секунд уже. А зараз коментар від самого МВФ. Напередодні представник фонду Джері Райс заявив, що доведеться чекати обрання нового парламенту та формування уряду. Місія МВФ зараз у Києві. Вона проводить конструктивні переговори з владою стосовно останніх подій та економічної політики. Щойно сформують новий уряд після виборів, ми будемо готові знову налагоджувати взаємодію і обговорювати наше подальше співробітництво з Україною. Як ви знаєте, МВФ тісно співпрацював з Україною останніми роками. І ми говоритимемо про продовження цього після виборів. Володимир Зеленський також зустрінеться з місією МВФ. Зустріч президента з представниками фонду відбудеться вже наступного тижня. Отже, чого очікувати від кредиторів? Про це поговоримо з Олегом Устенком, експертом, який добре знається на цій темі, бо він аж цілий президент Гарвардського клубу. І з цього тижня, так, я не помиляюся, пане Олеже, чинний радник президента Володимира Зеленського. З яких питань ви йому радите? Соответственно, с экономических. Питань макро і мікроекономіка. Макроекономіка. Зрозуміло. Давайте почнемо з простого питання. Коли буде транш? Это не такой простой вопрос, как кажется. В реальности программа, в которой мы сейчас находимся, 3,9 миллиарда долларов, мы должны были бы получить транш, в принципе, конец мая, начало июня. Но были серьезные пробуксовки в программе. Основная пробуксовка состояла в том, что не была сделана повестка дня, которая касалась антикоррупционных моментов. Это то, что называется законы, которые, помните, не так давно были отменены Верховной Радой между первым и вторым туром, да, по поводу незаконного сбогачения. И это серьезная проблема, потому что вся программа Международного валютного фонда, которая теперешняя, она заточена на то, что каким образом можно пытаться снизить уровень коррупции. И представьте, что по самому основному параметру вы не делаете прогресс. Поэтому, конечно, серьезная пробуксовка есть. Насколько я понимаю, миссия отработает сейчас в Украине. Следующую неделю она еще в Киеве, потом возврат в Вашингтон, потом работа с документами. И, возможно, где-нибудь это под конец июня мы услышим что-то от миссии. С другой стороны, тоже правда, что если у нас есть вот эти перевыборы Верховную, выборы Верховную Раду, снова будет формирование новой коалиции, снова мы получим с вами новый кабинет министров, то после этого может быть открыта уже другая программа, наподобие той, которая была раньше, Extended Fund Facility Program, программа расширенного кредитования. Поэтому, по большому счету говоря, резервов-то сейчас 20 миллиардов долларов. Не хотелось бы... Насколько нам их выстачить без помощи фонду? Проблема вот в чем. Проблема в том, что у нас большие долги идут, выплаты. И пик выплаты у нас на початок осени приходит? Правда, у нас была выплата сейчас уже сделана. Выплата большая еще будет в сентябре, около 2 миллиардов долларов. До конца года мы должны 3,9 миллиарда долларов еще вернуть. И это деньги, которые мы возвращаем, которые уже были взяты 14, 15, 16 года. Вот по ним идет возврат. Ну, на несколько месяцев у нас запас, определенно. А чи є загроза, реальна загроза зриву співпраці з МВФ? Зараз дуже багато спекулюють на цій темі. Я би вот что сказал. Программа все равно будет существовать. Открытым вопросом является вопрос, получим ли мы транш. Но программа будет существовать. Существование программы будет означать, что мы сможем получать с вами кредитование по таким дешевым источникам, например, как Европейский Союз. Помните, в прошлом году депутаты принимали бюджет на этот год, он дефицитный, его надо финансировать. И вот как раз европейская программа, она заточена на то, что можно будет покрыть существующий дефіцит государственного бюджету, який був прийнятий в прошлом году, от на текущий. Чого боятися населення України, якщо траншу не буде, ну, припустимо, до нового року. Зараз, ну, звичайно, зараз всі сидять і думають, яким буде курс долара.
Во-первых, я думаю, что до Нового года точно у нас будет транс, потому что я более чем уверен, что мы откроем новую программу, вот эту расширенного кредитования, даже если будет пробуксовка со стендбайской текущей программой. Население, по крайней мере, до конца года не должно почувствовать ничего. Не відчує, ніяких наслідків. То есть, скорее мы будем идти, я предполагаю, что Национальный банк Украины, который, в принципе, и несет ответственность за монетарную политику в стране. Поэтому очень четкая позиция. Добре, вы рассчитываете на новую программу. Да? А що буде вимагати МВФ від нашої влади за нові транші? За новою програмою, за старою? Знову антикорупційна повістка дня. Тут ми не проти. Знову зниження дефіциту державного бюджету. Снова вопросы, связанные с развитием конкуренции на рынке, что может означать, например, если мы думаем по поводу энергетического сектора, то президент Зеленский артикулирует необходимость развития конкуренции во всех секторах. Но это одна из возможностей снижения потом цен на рынке и газа, и нефти. Вы знаете, что на этой неделе, на следующей неделе должно пройти уже аукцион по решению, по крайней мере, кабинет министров должен принять по поводу раздачи лицензий, конкурса на раздачу лицензий. Это тоже может стимулировать конкуренцию на рынке. То есть конкуренция, она в конце концов приводит к понижению цены на любой товар, и энергетический товар в данном случае не является исключением. Зрозуміло. Ну, поки оптимістичні у вас такі настрої. Давайте так абстрагуємося вже від МВФ. Як радник президента Зеленського з економічних питань, що ви радите насамперед президенту Зеленському зараз? Які рішення потрібно ухвалювати негайно, першочергово, щоб допомогти економічному розвитку країни? Ну, во-первых, не забывайте, что президент Зеленский не имеет контроля ни в Верховной Раде, ни в кабинете министров. Первое. А второе, не забывайте, что то, что может сделать сейчас президент Зеленский, это дело и инициировать... Он має инициировать. Что вы ему радите инициировать? Я же не говорю, что он Господь Бог. Три основных проблемы, которые есть в Украине. Первая большая, которая не дает возможности экономике развиваться. Первое, отсутствие защиты прав собственности. Вторая проблема, это абсолютно очевидная, ненормально работающая судебная система, которая во многом олигархична, во многом коррупционная. И третья проблема – это коррупция. Президент Зеленский четко говорит по поводу того, что он не даст, вы слышали инаугурационную речь, он не хочет, чтобы украинцы еще раз плакали. В переводе на мой птичий экономический язык, это означает, что он будет пытаться сделать все возможное, чтобы создать условия для высокоскоростного роста украинской экономики. Высокоскоростного роста – это значит минимум 5% в год. Почему 5% в год? Потому что эффективно можно бороться с бедностью, только если ты растешь на 5%. Не забывайте, что у нас есть очень много долгов, и для того, чтобы рассчитываться с долгами, нам нужен еще дополнительный рост. И здесь его ставка это как раз на привлечение инвестиций в страну. Если ты привлекаешь инвестиции в страну, то каждый дополнительный миллиард долларов инвестиций дает возможность тебе вырасти на 0,1-0,5%. То есть к твоему естественному уровню экономического роста ты можешь прибавить, там, скажем, в случае получения 5-10 миллиардов долларов инвестиций, ты можешь удвоить твой естественный уровень роста. Пане Олеже, просте людяне питання, дуже коротко вас попрошу відповідати, брак часу. Зараз просто дуже багато виборців і самого Зеленського все ж таки бояться його недосвідченості. Ви, як радник, от просто скажіть, він дослухається до ваших порад? Він вас чує? Чи ви все ж таки номінальний радник? Ні, я би сказав, що складно знайти президента, який би так хотів слухати своїх советчиков. И в этом смысле я считаю, что с ним приятно и хорошо работать. Поэтому я уверен, ну, дякую. Для мене особисто це обнадійлива відповідь. Я вам дуже дякую. Вам спасибо большое. Олег Устенко, президент Гарвардського клубу і радник президента України Володимира Зеленського відповідав на моє питання. Дякую, що завітали.